Поймали с поличным. В Набережных Челнах задержали 35-летнего жителя Автограда при закладке в тайники синтетических наркотиков. Отпираться не стал и показал оперативникам, где хранил запрещенные вещества. Сколько изъяли и что за это грозит, знает Альбина Минибаева. Имеется в автомашине запрещенные предметы гражданского оборота, то есть наркотики, оружие и тому подобное. Отпираться смысла не было. 35-летнего челнинца поймали с поличным при закладке наркотиков в тайнике. Мужчина решил, что со следствием лучше сотрудничать, и сам указал, где в машине спрятал зелье. Задирай вверх. Сунь руку. Куда сувать? Куда? Вперед? Нет, назад. Товарищ полицей, вот смотрите. То есть в полимерном пакете? Наркотики были в его куртке, полимерные пакетики, обмотанные изолентой. Все было подготовлено для дальнейшей продажи. Что-то он уже успел разложить. На 35-летнего местного жителя полицейские вышли в ходе проверки оперативной информации. Он был задержан днем 23 ноября. Общий вес изъятого составил более 72 грамм. Теперь полицейским предстоит установить, что за наркотические средства были у подозреваемого. Они обнаружили как минимум два вида наркотических средств и выявить организаторов и других участников преступного бизнеса. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, Вызов 112.